Всем добрый день. Я уже сказала добрый вечер. Короче, я сегодня проработала весь день. Сегодня у нас суббота. Наконец-то закончилось опять. Людей было мало, пришлось немножко задержаться. У нас сегодня кто-то там спрашивал про родственников. Ходим мы, не ходим, приглашают нас, не приглашают. Вот, иду навстречу к родственнику. Это Фуркан. Не получается, понимаете, встретиться. Я уже мужу говорила, вот когда он приедет. То есть как бы, ну, у них же с Дианой началась Дерсханы, и поэтому, ну, им просто некогда. Они со школы туда, и в 8 часов вечера приезжают. Ну, естественно, ну, и суббота, и воскресенье, кстати. Ну, в субботу график, естественно, школы нет. У них суббота первая половина дня, а воскресенье вторая половина дня. Поэтому встречаться некогда. К нам часто приходит племянница мужа. А, да, реже ходим к родственникам, к его, но он сам ходит к папе. Вот. А у меня на самом деле, ну, когда получается, ходим. Я за себя говорю. Конечно, не так часто, может быть, как хотелось бы, поскольку я постоянно то работа, либо же приготовление пищи, да. Я же каждый день еду готовлю. Поэтому как-то вот так. И сейчас вот иду там Фуркан после Дерсханы. Они с мужем сидели, ждали Диану. А мне нужно пополнить, наверное, карту проездную. Диана уже Дерсханы закончила, пошла туда к ним в парк. Ну, а я, короче, это, подтягивать. А потом Фуркан, там встреча с другом. То есть мы сейчас приеду, я приеду, не знаю, застану я его там, не застану. Он поедет там, какая-то у них там встреча с другом. И потом уже вечером он приедет. Завтра воскресенье. Ну вот я не знаю, муж хотел, чтобы он приехал к нам и остался. И завтра они вместе с Дианой в Дерсханы поехали. Но не знаю. Фуркана есть мама, которая держит его на очень коротком поводке. Несмотря на то, что ему уже тоже, как и Диане, 16 лет. Ой, 16, господи, 18 будет. Но ему будет на следующий год. Он, короче, на полгода Дианы меньше. Вот, но тем не менее, он очень большой маменькин сынок, и когда он у нас, ой, чтобы вам не соврать, мама звонит, наверное, каждый час. Интересуется, что ты там, как ты там, чем ты занимаешься, покушал ты, не покушал, идешь ты в душ, не идешь, делаешь руки, ну, обо всем просто. А когда он к нам приезжал в Хатай, так это, ну, это вообще... Он постоянно с ней висел на линии. И ей постоянно все не нравилось, что он туда пошел, что он туда пошел. Однажды был такой случай, он пошел там... Ну, он же с мужем часто ездит в больницу. У них там можно, да? Фуркан знает работу хорошо, поскольку у него мама тоже в больнице работает. Вот, и... Ну, и там он с каким-то там парнем. Они сдружились, ну, как бы, да? И... Договорились там встретиться, ну, по за стенами больницы, где-то там в парке посидеть, выпить, может быть, по бутылочке чего-то, я имею в виду, там, какой-то газоз или там холодный чай, кока-кола, может, мороженое. Ну, короче, ну, блин, это еще было когда, куда? Не знаю, коронавирус был, не был. Ну, и она, короче, как позвонила, а он там. Он ей сказал, вы не представляете, что было. Все, и буквально через несколько дней Фуркан вернулся в Кайсери с Хатая. Вот так вот. Мы здесь поужинали, зашли. Я ж приехала в город. Сынок уже убежал. Видите, у него там встреча с кем-то, поэтому уже ушел. Мы здесь сидим. Погодка такая очень хорошая. Там еще кто-то змея тягает. Летающего змея, или как он, летучего змея. Я вот чай выпила, все, сейчас пойдем. Единственное, что он у нас, видите, там эти сумки. Ну, это как, говорят, сумки тягать за собой. Соответственно, нужно домой, наверное, ехать.
Дианка пошла в маленькую комнату губы накрасить. Ой, так дети растут. Кто, помню, просила Диану, вот дамская сумочка, носи, носи, там все складывай, все свои там какие-то женские причиндалия. Ну, вот она была меньше. И не хочу, я не хочу. А сейчас сумка на сумке, помада на помаде. Здесь такая улочка. Всякие разные дюнеры готовят. Котлеты. Написано баклава 65 лет. Джевизли баклава. Но я думаю, что это джевизли. А, ну с орехом. Ну все равно, как-то это дешево. Вот она, вот этот джевизли. Вот джевизли. А вот это вот с этими, с фисташками зелеными, это очень дорогая. Мидия. Стелим. Ну, короче. Так, вот видите, всякие разные продают потроха. Мумбар 40. Мумбар, это, наверное, вот эти кишки, да? А этот что? А, пёч. Пёч это какая-то что-то там, какая-то часть ноги, 130. Бёбрек 30. Слушайте, мне он и бесплатно не нужен. Ишкембе, да, тоже по 30 лир. А, вон это мозги. Это вот, я так понимаю, бейн, да, бейн. Бейн интересный кадар. Цен нету. Вот ташлык. Значит, печень, смотрите, 35 лир, вот интересно, да, куриная? А ташлык пупки 55, мне это удивляет. Мне казалось, всегда вот эти пупки гораздо дешевле были печени, ну, кто его знает. Мы идем сквозь площадь, идем в неизвестность, цели нет, потому что мой муж тут тащит теперь вот его сумки, это... Не удивило, идут такое, целых 5 человек полицейских, и это, кимлики проверяют. Мужик сидит, и они говорят, покажите свой кимлик. Странно, если я его не взяла, что меня в полицию поведут. Но турки носят с собой. Это я вот, живя, допустим, да, вот, в Донецке я никогда не носила никакие паспорта. Площадь, видите? Ну, Ашкым, короче, это, видно, селян захотел баклавы. Прям в каждую баклавишную нас вел. И по итогу, и, ну, я куплю. Говорю, да ну покупай, ну в чем дело? Ну, я как-то могу одну штучку, две съесть, но она безумно сладкая. И купил, наконец-то. И нашел же, понимаете, самое людное место. Там очередина такая. А говорит, пошли типа чаю попьем. Ну, пошли. Ой, так хорошо, такая погодка бомба. А, прям, честно говоря, не верится, что лето продолжается. Я думаю, еще недельку-две подержится. Я, наверное, это каждую неделю, да, говорю. Недельку-две подержится и все. Недельку-две подержится и все. Эве тестируем. В чурках вести эве тестируем. Еще есть баклавой, только вилки нет. Ну ладно, я буду пальцами. Так, садись, Дианусика. Куда садись? Диан, что ты будешь пить? Стульчики, видите, какие? Какие стулья, блин? Ну, это для таких. Покажу. Чисто местный колорит, Дианка, турецкий. Это все для решения дома. Так, вот такой вот, смотрите. Зеленый, да? Ешильфестык. Весахте, Ашкым. Некадар килосу. Шо? 200. Вот 200. Это под,
210. Я видела. А, ты видела, да? И кью. Двести, говорит. И там еще какой-то. Ну ладно, не будем открывать. Чего? Ты хочешь открыть? Ну давай. Что увидишь, что такое? Ну открывай. Олмаз, не еврей. Там мама, это, Диана Гестер и Джек. Как я это открою? Ну все липкое. Липкое все. Ой, видите, как тут красиво подают. Ничего себе. Такая, вот знаете, вот мелочь, да? Такой подносик красивый. Там клей, мам, потом. А, клей. Заклеили. Ну ладно, они там большие, знаете, вот как кусок торта отрезает, вот такой там треугольничек. Хавуч-делеми. А, ну как хавуч-делеми? Это как это, как морковка. Нет, хавуч. Как морковка, Диана, длинная такой формы. Ну да, но почему морковка? Хочешь шоколадинку? Это твой любимый цикл. Слышь, на ней. Давай. А, у меня же шета. На, положи, завтра в Дерсханы поешь. Бенимвар из Лакмензель. Чан там давар. Доставай. Так, все. Нужна быть какая-то опора. Буду это, употреблять этот красивый кофе. Я еще хочу зайти, вот там же есть этот халк-пазары. Кстати, а там как будто бы свет горит. Да он работает, Диана. Я не верю, что он в 7 часов вечера, блин, не закрылся. Знаю, я его даже не вижу. Все. Да вот я вижу там это. Нарисованный виноград. Хочу туда зайти посмотреть. Грибочков хотела бы взять. Может, чего? А, и, кстати, свеклы надо взять, Диан. Давай. Так что сейчас пойдем поглядим. Мы уже возвращаемся домой. Походили, попили, поели. Все, нужно уже возвращаться. Наверное, из этого состоит гулька. Слушайте, а это вот у нас запустили новый трамвай. И покажу вам стекло. Получится, нет? Видите, стекло как? Снежинки и снежные горы. Точно так и кресла, видите, какие. Тут еще кресла не сильно замурзыканные. Я просто вам показываю, да, вот, я так понимаю, что это снежные горы, это и есть, ну, типа, логотип города. Уже он потемнело. Возвращаемся до дому, до хаты. Сегодня у меня, конечно, такой день был насыщенный. Вот Шефтали спал, я даже не заметила. Но как будто бы он сегодня ходил и не хромал. Вот я Диану попросила, да, чтобы она, ну, как бы мы его пустили, чтобы он походил. Специально внимание обратить на него. Ну, конечно, скажи, ты меня разбудила. Давай, иди. Хоть, хромаешь, нет. У меня просто сегодня такое, сегодня же суббота. Я была настолько загружена, что на пол, наверное, Дианка может его, потому что по дивану. Не хромает. Не хромает. Ну вот я тебе говорю, это, наверное, у них вот это просто вот. Лапка болела что-то. Ну а чего? Шефталюшка, мась. Давай, выходи отсюда. Ну, подвигайся еще, надо увидеть тебя до конца. Да нет, нет он сегодня... Он ее поднимает. Если бы она болела, он потом ее поднимал. Он сегодня, я где-то так, одним глазом, он приходил ко мне, просил еды, я ему дала, и он как-то пошел. Ну, я не видела, что он хромал. Ну, просто, знаешь, хотела убедиться. Это же, видите, своей кофтой накрыла свой ноутбук. Потому что всякие шефтали, чилики, рюзгяры, а особенно миноши. Кстати, а где минош? А, да-да. Я тут сделала чай. Купили вот этот. Попробовать. Честно, никогда не покупали. Ну, там ели в мороженом то все. Одна штука 15 лир. Да, ты шикер бери, Машка. Ну, чё к сысли. Эти сливки. 20 ерми мяшкам. А, ерми беш. 20, да, тоже килограмм. И у нас это свеколка. Как-то вытянутая, я не знаю, вытянутую я не пробовала.
Вот я не люблю, когда они вот это вот срезают. Понимаете, выбирать не дают. Кусай в меру. Не дай бурдан кисти. Ашкам, ну букютю. Я это такое не люблю. Честно, если бы я видела, я бы не взяла. А я, блин, что-то не посмотрела, не проверила. Потому что потом воду опускаешь, оно варится и, ну, как бы цвет уходит. Ну, я не понимаю, почему никто этого не понимает. Так, по 20 лир килограмм. Ё-моё. Биркилосу ермелирашкам, панжар. Ну и здесь это. Баклава из термосу. А, потом. Ну, хорошо. Хорошо.